входит, остается в центральном круге. Но он будет первым на подборе, если что. Удар по воротам. Гол! Футбольный клуб Минск сравнивает счет 1-1. Вот это развязка! Вот это развязка в городе. И, судя по всему, Минская «Динамо» потеряет второй раз очки в этом сезоне. Жаль Дениса Шпаковского, но футбольный клуб «Минск» заслуженно сравнивает цифры на табло 1-1. Глеб Гурбан, автор этого мяча. Ну и, друзья, я не слукавил, сказав, что это последняя возможность у «Минска», чтобы сравнять цифры на табло. Финальный свисток Амина Куркели. Минск, Динамо Минск. Столичное дерби в городе завершается в ничью 1-1. Поздравляем команду Яромко со спасением, с вытягиванием этой встречи. Великолепную игру мы с вами наблюдали, с великолепной развязкой. Друзья.